только-только поставила себе российскую визу и уже летит ко мне. Кандализа, я все замутил, рад стараться. В гости едет представитель администрации господина президента техасского ковбоя. Едем встречать, Эдик вышел из запоя. Значит, за рулем не будем играть в прятки. Едем в Шереметьево на баклажановой девятке. Подождали час, все ровно, без сюрпризов. Зал ожидания хуячит Кандализа. Полгода занимала вся процедура, и Кандализа повелась, приехала дура. План был очень четкий, мы шли на риск. Я подключил свой неебический английский. Надо было вымутить представительницу власти. Зашел в инет на местных одноклассников, поискал чуток, провел экспертизу и очень скоро вышел на Кандализу. Полгода лил ей мед в уши, типа эгигей. Здравствуй, Кандализа, меня зовут Сергей, мне 25, я доктор из России. Давно влюбился в вас, чувство самое сильное и подобную ере в течение многих дней. Она мне пишет начало: отстаньте, Сергей. Через 2 месяца переписка превратилась в чат. Через 3 она сама писала, иногда не отвечал. Через 4 она пишет: люблю и тому подобное. Через 5 садится в самолет иногородний. В общем, аэропорт, время жмет на пятки. Летим в Москву на баклажановой девятке. Приехали в Москву, пошли в икру. Знакомые бармены, я им подмигнул. Налудили Кандализу до состояния ада. Она в Вальхалле, это мне и надо. Я говорю: давай еще, милая, по одной на удачу. Завели мотор, поехали на дачу. Кандализа на заднем сиденье засыпатки. Мы летим на дачу на баклажановой девятке. Вскоре Кандализа спит, Эдик тормозит. Эдик тормозит, Эдик тормозит. Станция Нахабино, все как всегда. Мужики лудят, крутится шаурма. Я иду к мужикам медленной походкой и продаю им Кандализу за бутылку водки. Они довольны, все без исключения. Кандализу забрали с заднего сиденья. Я поехал отсыпаться на дачу, а у нее все только началось, не иначе. В администрации США все на ушах. В администрации США все на ушах. В администрации США все на ушах. Все на ушах, все на ушах. В администрации США все на ушах. В администрации США все на ушах. В администрации США все на ушах. Все на ушах. В администрации США все на ушах. Где Кандализа? Не понимаем ни шиша. Где Кандализа? Куда девалась? Не поймем, какая жалость. Это вам за Белград. Я закурил папиру, еще много говнюков попряталось по миру. Сегодня я устал, пойду-ка спать, ребятки. Эдик заснул прямо в баклажановой девятке. Кандализу райс продаю за мелкий прайс. Кандализу райс продаю за мелкий прайс. Кандализу райс продаю за мелкий прайс. Продаю за мелкий прайс.